Недавно я заметила, что моя дочь любит разные всякие пуговички и мягкие подушки. И мне пришла идея нашить пуговички на подушку. Нам потребуется подушка 40 на 40, наволочка к ней, тесьма, на которую мы будем насаживать наши пуговички, распарыватель, нитки с иголкой, ножницы, ну и, конечно же, швейная машинка. У нас есть тесьма и наша наволочка. Через отверстие в наволочке, которую мы распороли, мы продеваем тесьму. Соответственно, с другого боку тоже у нас есть дырочка в наволочке уже распоротая заранее. Вот что у нас получилось. Сейчас мы насадим сюда пуговицу. Насадили и теперь закрепили их в дырочку вот в эту. Сейчас идем с двух сторон, закрепляем ленточку на машинке. С другой стороны пришиваем красивую молнию. Пришиваем остальные пуговицы. Пришиваем утят.